Так. Мишка. Да. Так. Да он полежит немножко. Пошли дальше. Вот, вот так. Приподнимай просто немножко и все. Все, пошли. Все, теперь затяни его за хвост просто, да и все. Как велосипеды опять все они. Все, можешь не доставать, можешь не доставать. Интересная рыба. Интересное создание. Видимо, самка пустая. Все, пошли дальше. Так, запихиваемся. Все, и дальше опять. Вот это вот на тебя плывет. Нет. Под низом. Бери любого. Вот теперь приподнимай. Приподнимай теперь. Поднимай, Миша, поднимай. Сейчас, подожди, торопись. Как велосипеды эти, веслоносы? Поймешь, а что это за рыба? Ну, это вот самец. Я так понимаю. Это вроде бы амуры, блин. Это самец, я так понимаю. Да, это самец. Ага. Пробить самцом. Самец, да? Да, самец. Давай обновим. Мальчик. 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 Трык. Все. Все. Да, обратно его. Обратно. Третий. Это третий у нас. Это у нас. Писать ничего не надо? Третий. Нет, ничего не надо. Пока нет. Да мы третьего только смотрим. Ой, Женя, очень много. Дофига. Здоровяка какого-нибудь хапни. Здоровяка хапни. Да пофиг, цепляй кого-то, поймаешь.
Вот он поднимает, и ты поднимаешь. Поднимай, поднимай, поднимай. Вот, вот так, во, вот так, все. И вам обоим удобно. Вот теперь поднимай опять. Женя, отойди, то они тебя тюкнут. То мы тебя можем тюкнуть, Женя. Можешь не доставать, просто мне достаньте тело и все. Нифига у вас таких было. Но. Много? Чупальщик. Опять самец. Самец. Что? Самец. Протыкать будешь? Да, левый давай. Вот этот. Нет, вот этот нижний, нижний. Вот он пробит самцом. Ага. Все, погнали. Четвертый. Отлично. Так, Жень. Блин, записывать негде, да? Могу так считать. Надо самцов отдельно, самок отдельно. Ну, четыре рыбки, из них два самца. Ну ладно, давай. Два самца, две самки. Ну пока. Два, ага. У меня вот по. Ну, я вот про. И у меня ничего нету с собой. Телефон только. Двадцать шесть. Да, два, давай. Потому что я плохо, когда делаю, я вот это убери, но я когда делаю, плохо считаю, отвратительно. Горцует? Бери любого, пофигу, какой есть. Я их, видишь, не хочу сильно зажимать, они начинают. Только с носа бери, только с носа. Ничего ты не взял. Вот они плывут на тебя. Вот он разворачивается. Все, запускай его. Вот так. Еще запускай. Вот так. Поднимай, Мишка, чтобы ему легче было. Теперь поднимай. Еще можешь выше поднять. Теперь ты уже не вывалишь ничего. Не торопись, а то успеешь. Что они у нас все самцы? Хорошо смотришь. Ты идет по веслу. Ну, в смысле? Ну вот теперь вижу, что это самец. Это самец опять. Давай левый бьем. 2-3. Он бит самцом. Все, следующее. Че, говоришь, худые? Должны быть толще, что ли? Конечно, это ж веслонос. Он должен наедаться со страшной силой. Я вижу икру, но я веслоноса не знаю. Возможно, белая икра. Сейчас будем глядеть. Так, ты мне этот щуп дашь биопсийный? Где вон, там, где я камеру взял. Держи. Вот, делаем. Ближе ко мне, Игорь. Так, это что у нас такое? Вот это. Похоже на икру? Похоже. Ты там вообще видишь? А? Все снимается, все маты. Да. Да, там это. Да. Так я ему говорю, поставь. Да. Че молчал, блин? А я тебе что? Я говорю, убей, да. Поставь функцию, чтобы это маты улетали. Да. Вот она и корка веслоносика. Серая или черная? Мелкая вроде. Мы ее оставим, дяде Боре. Ну-ка, Жень, дай руку свою. Серая? Или такая должна быть? А я вот особо по веслоносу, но она, мне кажется, мелкая. Да он сам не больно крупный. Так, давай, на вот это вот оставь вместе с икрой. С руки можешь сбить, пофигу, а вот этот оставь. Так, я его мечу. Давай, давай. Это самка. Одна. И верхний дай. Возвращайте ее обратно. Да. А икру оставь, Женя, ага. Вот я вот говорю, вот одна у нас была. Все, поднимай, Игорь. Ну вот одну нашли. Уже хорошо. Она была в том году. Я поэтому ее и искал. Поэтому я ее
и искал, мне она и нужна была.